С начала года в полицию доставлены 3353 несовершеннолетних, совершивших различные правонарушения. На учет взяты 210 подростков и 139 неблагополучных семей. За неоднократное совершение правонарушений в школу для детей и подростков с девиантным поведением направлены 8 несовершеннолетних. 38 родителей или лиц их заменяющих лишены родительских прав. Всего на учете состоит 258 подростков. Об этом на пресс-площадке региональной службы коммуникации рассказал начальник отдела ювенальной полиции местной полицейской службы Куанышбек Калжанов. Он отметил, что согласно проведенному анализу, количество преступлений с участием несовершеннолетних по итогам 5 месяцев текущего года снизилось на 2,7%. Он также отметил, что в целях предупреждения и недопущения подобных фактов в отчетном периоде проведено более 1000 совместных рейдов с органами прокуратуры, образования и здравоохранения. Более половины из них организованы в школах и на прилегающих к ним территориях. Кроме мер по профилактике подростковой преступности, проведена работа по предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе преступлений против половой неприкосновенности подростков. В этом году зарегистрировано 67 преступлений. Из них 2 изнасилования, 3 насильственных действия сексуального характера, 6 фактов секса с лицом, не достигшим 16 лет, 1 развращение малолетнего. Совершение этих преступлений связано прежде всего с ростом безработной части населения, доступностью интернет-сетей, недостаточным вниманием со стороны родителей к вопросу безопасности своих детей, недостаточным контролем за их связями.